На счету Биг Бенда визит 18 совместных концертов с выдающимися исполнителями мирового джазового искусства. Изюминкой коллектива является то, что каждый музыкант несет свою энергетику. Поэтому ощущение растворения в этой музыке зачаровывает. В репертуаре визита более 500 джазовых композиций и песен. У оркестра продуманный и разнообразный репертуар, который принимается на бис как у знатоков, так и неискушенной публики. География гастролей визита по России разнообразна, а вот ближайшим соседям мамадышцам с новой программой «Шлягеры советской эстрады» музыканты приезжают впервые. Такое событие пропустить нельзя. Только 11 апреля в районном Доме культуры вы сможете прикоснуться к прекрасному. Начало концерта в 19:00. Билетов осталось мало, успейте купить.